Приветствую вас, уважаемые друзья. Наконец-то с Саней выбрались на рыбалку. Саня, поздоровайся. Всем привет, друзья и подписчики канала Александр Свое Хобби. Наконец-то у нас потеплело. Нам сказали, что на реках, на микроречках лед посходил. Вот как раз вырвались покидать спиннинг после зимы, как говорится, размять кости. Кто видел мои видео, видели, что я делаю силикон. Кто подписан в Инстаграме, видели, что я делаю мандулы самодельные. Вот хочется очень испытать, проверить их, как будет клевать, как будет на них что-то ловиться. Но мы с Саней как бы сегодня не рассчитываем на рыбку, просто хотим испытать новые катушки. Дайву Легалис, мою Шиману Нексу. Ну, уже хотелось бы попробовать, да? Саня уже хочет, да? Хочу прям помогать спиннинг. На самом деле, суть в том, что рыбалка, отдохнуть душой, пообщаться, погода замечательная. Ну и, ты знаешь, попробовать мандулки. Я для себя мандулу в том году открыл. Хорошая приманка, по судакам открылся. Да. У Сани мандулы очень красивые. Что-то мне подсказывает, что есть возможность, что они сегодня выстрелят, но это не попробуем, точно. Попробуем сегодня, надо, да, все попробовать. Больше мы едем, конечно, развеяться, размяться, покидать спиннинг. Уже просто руки чешутся, душа горит, покидать спиннинг. Также, друзья, я делаю самодельные приманки, мандулы, силикон. Я буду разыгрывать между своими подписчиками, особо активных подписчиков, кто пишет постоянно комментарии. Если вы будете кидать ссылочки на свои соцсети, что делитесь моими видео, вполне возможно, я буду высылать вам в подарок свой силикон, свои самодельные рабочие мандулы. Будем проводить розыгрыши и мандул, и силикона, каких-нибудь воблеров. Поэтому как бы распространяйте, делитесь моими видео, и у вас будет шанс выиграть и получить подарки. Ну, теперь встретимся на водоеме, друзья. Красота и благодать. Уточки. Нет, лед еще стоит на озере. На озере еще лед. А вот микроречки, протоки. Уже лед ушел. Можно покидать спиннинг. Сейчас попробуем. Покидаем. Здесь покидаем. Переедем на другое место. Покидаем. Хочется, конечно, что-нибудь словить сегодня. Хочется разловить свои новые приманки. Все-таки, когда на свою самодельную приманку что-то ловится, это вообще на душе в два раза больше адреналина, больше интереса. Когда не покупная, не с магазина приманка, а своя самодельная, в которую вложил душу, время. Вот на это интересно ловить. Попробуем сейчас с Санькой покидаем. Да, Саня? Обязательно попробуем. Где там Саня? Обязательно попробуем. Всем привет. Попробуем покидать. Может, что-нибудь и проклюнется сегодня. Ну, сегодня какое у нас, Саня? 27-е? 27 марта. 27 марта. И вот мы выехали как раз. Вон, можете посмотреть. Еще лед по камышам стоит. На озерах еще лед тоже стоит. Даже лебедь вдалеке плывет. Ветерок. Ветерок то есть, то нету, так как-то перерывами. Но тепло, на улице сегодня вообще тепло. Градусов 9-10, наверное, точно есть. Это с утра. Ну, начнем ловить. Если что-то словим, увидите. Ловить буду на самодельную мандулку. Катушка Shimano Nexo. И спиннинг Daiyo Hippo. 3,15 грамм, 2,40 рост. Вот попробуем, покидаем. Я мандулы ловлю вообще первый раз сегодня. До этого никогда на мандулу не ловил. Саня мне рассказал про эту чудо-приманку. Я посмотрел про нее в интернете. Штук 8-10 сделал сам. Посмотрел, как они делаются. И теперь попробуем разловить, испытать, что это за зверь такой, что это за приманка. Ну, судя по видео, приманка очень рабочая. Люди очень хорошо ловят. Если я что-нибудь споймаю, словлю, конечно же, я буду их делать много. С Китая сейчас позаказывал много тройников, материала для мандул. Короче, всякой всячины.
Главное, чтобы мне мандулки эти понравились и зашли. Там уже будет видно. Да, Сань? Ну, Сане нравится. Санька ловил на мандулу. Поймал первых на двине судаков. Вот. Саню тоже в том году попробовал, только их под конец сезона. Поэтому будем пробовать ловить. Ну, игра довольно такая интересная. Не знаю, тут будет видно, не видно, далековато. Ну, так вот играет неплохо. Саня сегодня ловит на наш силикон, а я пока что испытываю мандулы. Ну, лебедь плавает. Попробуем, что Сынка им потом скажет. Ну да, посмотрим, что силикон, мандулы. Ух ты! Бомбардировщик какой прилетел, блин. Хулиган, с такими звуками. Он, видно, думает, что мы их тут кормим. А у нас даже хлебушка нет с собой. Покормить. Хочется посмотреть, как снимет камера новая. Еще один друг выплыл. У нас сейчас действует запрет на щуку. Поэтому, если вдруг нам попадется щучка, конечно же, будем ее отпускать. Если попадется судак или окунь, то, конечно же, мы его будем забирать. Что после зимы хочется покушать рыбки. Саня на новую катушечку наматывает новую плетеночку. Все как положено, по технологии, водички, чтобы хорошая укладка была. Давай, Саня, быстрее давай, это тебе не сама тянусь. Попробуем, а вдруг он проснулся, уже тут имеется. Ну так вот давай быстрее пока. Давай пошаманим, здесь должен быть сом, вспомним тот год. Да. Саня так спешил ловить рыбу, что даже забыл через кольцо нормально пропустить плетеночку. Вот что значит жажда рыбалки, друзья. Да, Саня. Да. Вот, друзья, первая поклевочка. Да, надо, давит хорошо. Опа. Не знаю, не знаю, ну что-то давит. Опа, может и судачок, Саня. А не, щука, наверное. Опа. Во. Разловил, друзья, свою мандулку. Поздравляю. Во. Отлично. А щучка в пиявках, глянь. Щучка хорошая. Пиявочки. Да. Килограмма, наверное. Ну, кило 200, да. Причем где-то от браков ушла из ячеи. Сеточки было, да? Да. Ну, выпускаю ее, Саша. Да, Санька. У нас, ребята, запрет сейчас действует на щуку. Мы не голодные рыбаки. Поэтому споймали, отпустили. Сама суть рыбалки у нас... На, Санечка, сделай сам твой трофей. Отпускай. Да, да. И да нет, Сашка, отпусти. Хорошо. Мне просто снимать удобней. Хорошо. Сама суть, друзья, рыбалки у нас просто выйти на рыбалку, половить рыбку, попробовать свои новые разработки, самодельные мандулы, как видите. Чего желаем и вам, отпускать рыбку. Да, особенно в запрет. Ну, иди посмотри, как пойдет. Красиво. Опа. Ха. Хорошо пошла. Я думал, заслуживает лайка. Да. 27 марта. И смотрите, кого я вижу на водоеме. Красавец лебедь. Хотел сказать красавец лещ. О, видно, кушать хочет. О, красавец, с того года, о, точно, это с того года лебедь. У него на шее бугор. Я его еще в том году, друзья, снимал. Какая красота. Вторая поклевочка.
Опять сработала моя самодельная мандула. Красная. Красно-зеленая. Александр, ты меня сегодня решил деклассировать, да? Наверное. Ух ты, как давит, Сань. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Неужто опять щука, а? Ах ты, блин. Может, та же? Это меньше. Это меньше. О, счет номер два. Вторая щучка села на такую же мандулку. Сейчас снимем ее. Возвращай на базу. Ну, скажи что-нибудь. Ну что, за мамой, за папой. Желательно за судаком. Ну, смотри. Ну, давай, отпускай. Все, пошла. 2-0. Нет, ну это точно лайк, ребята. И самодельная мандулка там в действии, так, работает. Слушай, давай мне такую же. Я тебе дал такую, только ты с одним тройничком. Ты мне дал. Ну, это про... Же больше. А это четырехсоставная. Есть такая у тебя еще? Посмотри, какие косяки идут, Сань. Ну, клином возвращается, да? Возвращается, время. Тепло скоро будет. Ловлю на самодельные мандулы. Довольно рабочая, интересная приманка получается. Получились. Понравилось мне делать. Опять, друзья, отработала моя самодельная мандула красно-зеленого цвета. Хулиган. А мне таких мандул. Скоро буду разыгрывать мандулы, друзья, блин, с вами. Сейчас делаю их. Мне понравилось это дело. Давай я вот сюда. И буду делать для своих подписчиков. А для друзей? И для друзей тоже. Давай я сюда. Опять щучка. О. Причалили к борту. Сейчас пофотографируюсь и отпустим. Не снимай, Саш, не снимай. Фотографии надо поделать. Сейчас отпустим. Давай, Санька, выпускай. Третья. Ребята, ну это уже точно жирный лайк. Это тут по-любому. Давай. Вам не трудно, а канал продвигается. Да. Более скоро начнутся розыгрыши. Будем разыгрывать. Ой, ты хулиган. Силикон, манду, обдала Саня. Палец супер. Вверх. Супер. Сколько выматываю, сейчас выматываю. Ты включил? Да, блин, камеру. Включил? Да включил, но, блин, что-то. Я бегу, выматываю, не стучи. Что-то. Хорошая рыба, Саня. Давит не... Саня, тоже. Саня, это похоже на сама. Я не знаю, но. Не спеши. Главное, не спеши. Маленькая, глянь, а так давила, а, зараза. Ну, сама отвалилась. Давай, сфоткаем ее. Опа. Смотри, что делается. Пиявка, вся в пиявках, ребята. Вот смотрите, что такое мандула, да? Как она поднимает неактивную рыбу, которая вся в пиявочках. Давай не будем мучить сразу. Ну ладно, давай, добрый, отпускаю. Четвертая щучка, друзья. Как приятно ловить на самодельные мандулы. Да вообще на самодельные приманки, да, Санька? Что, четвертый лайк ставим? Нет, ну ребят, ну как хотите, ну надо. Обязательно надо поставить лайк. Все, продолжаем ловить дальше. Зацеп, наверное. Не-не, зацеп. Скорее всего, дерево это, блин. А
вот такие вот сюрпризы. Вот, друзья, наша рыбалочка подошла к концу. Едем назад. Ну что, удовольствие мы получили. Мандулы разловили. Короче, рыбалка вообще классная. Наше открытие сезона состоялось. Катушечки попробовали. Рыбку в руках подержали. Понюхали. Отпустили. Все как положено, друзья. Я сегодня был подсачиком. Да, Саня сегодня был подсачиком. Хотя первую поклевку увидел. Да, мне повезло сегодня очень хорошо, очень приятно было половить на свои мандулы, разловить. Конечно, приманка реально рабочая. Для холодной воды отработала на 5 баллов. Ну, на этом, друзья, видео будем заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. Ни хвоста, ни чешуи на рыбалке. До новых встреч. Оставайтесь на канале.